Компания Apple вновь удивила поклонников электронных гаджетов. Во вторник они представили новейшую модель смартфона iPhone X, а также две модели iPhone 8. Главный из представленных продуктов – юбилейный iPhone X. У него, как сообщалось ранее, нет кнопки «Домой». iPhone можно будет разблокировать с помощью технологии Face ID, то есть когда владелец смотрит на него. При этом обмануть технологию с помощью макияжа или фотографии невозможно. Устройство также будет адаптироваться к изменению внешности. По оценке Apple, шанс того, что чужой человек сможет разблокировать ваш iPhone, равен 1 к 1 000 000. Старт продаж 10-го iPhone назначен на 3 ноября. В России минимальная стоимость гаджета будет составлять 80 тысяч рублей за базовую модель. Это самый дорогой iPhone за всю историю компании. И готовы ли поклонники яблочной продукции отдавать такую сумму, пока неизвестно. Даже учитывая то, что там появились новые примочки, так скажем, такие как Face ID или добавленная реальность, Add Reality, то все равно, мне кажется, он не стоит таких денег. Ну, это буржуйство. Зачем айфоны, когда можно звонить там с какой-нибудь старенькой Nokia, которая совсем не разряжается? Или, например, найти себе китайский Xiaomi? Я, честно говоря, не понял, надо ли оно мне, потому что Apple за 2 часа, которые шла конференция, на мой взгляд, не смогли мне объяснить, зачем мне тратить $800 на 8-й iPhone, когда у меня есть 7-й или 6-й. А в плане iPhone X, за $1000 можно много чего сделать, и это явно не купить телефон. Олеся Чеботарева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.